Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре корабль от компании Kiddyland. Всем любителям пиратов и морской тематики данная игрушка будет по нраву. Она развеселит малыша приятными мелодиями, забавными звуками и мигающими огоньками. Корабль изготовлен из качественного и прочного пластика, без острых углов и граней. Игрушка предусмотрена для детей от 12 месяцев. Размеры корабля составляют 41 на 17 сантиметров. У корабля установлены колесико. Его можно катать или привязать веревочку и тянуть за собой. В набор входит капитан. Его место у штурвала. Боцман, который может быть на палубе, смотреть подзорную трубу на мачте или возле пушки. Обезьянку и попугая также можно разместить на мачте. Для работы звуков потребуются две батарейки типа АА, которые входят в комплект. Как только малыш начнет крутить штурвал, тут же услышит звуки. При нажатии кнопки в стволе пушки вспыхнет лампочка и раздастся звук выстрела. Также можно нажимать на фигурки, чтобы услышать мелодии. Игрушка полна сюрпризов и имеет еще несколько активных кнопок. Корабль можно открыть и заглянуть в трюм. Именно там пираты прячут свои сокровища. Для этого нужно нажать и удерживать мышку. Тут расположено несколько комнат, в которых можно разместить команду. Сундук с сокровищами. И склад с провизией. С такой игрушкой ребенок будет развивать фантазию и воображение. Спасибо за просмотр. Всем пока!